Кому вы доверите свой самый страшный секрет? И как вы поступите, если узнаете, что вам врали? Поппи, ты должна мне помочь. Я хочу узнать, кто убил моего мужа. Надо быть осторожнее. Слишком много вопросов без ответов. Ты ей доверяешь? Я знаю своих друзей. Мы знаем только то, что друзья позволяют нам знать. Сказать правду —